Перемещаемся в Сокольники. Вместительная чаша, отдельный детский бассейн, площадки для спорта и фитнеса. По выходным детей развлекают аниматоры, а взрослых – диджеи. И вообще хорошо, лес вокруг. Только вот по выходным очень уж много народу, даже очереди выстраиваются. А за полотенце, лежаки и вообще за все на свете берут дополнительную плату.